Туризм без границ. С завтрашнего дня россияне смогут въезжать в Армению без визы. Достаточно только внутреннего паспорта. Это подтвердил сегодня Сергей Лавров после встречи с своим коллегой из Армении. Главы МИД двух стран также в очередной раз отметили успешность двустороннего сотрудничества. Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении. Несмотря на волатильность мировой экономики, объем товарооборота остается достаточно высоким, более миллиарда долларов в прошлом году. И накопленные российские инвестиции составляют около 40% всех иностранных капиталовложений в Армении. Рассматриваем Ереван в качестве одного из ключевых партнеров на пространстве СНГ, активного участия всех участников всех интеграционных процессов. Переговоры были содержательными, насыщенными и, как всегда, прошли в атмосфере полного взаимопонимания, что естественно для стран-союзников. А после переговоров Сергей Лавров и Эдвард Налбандиан открыли выставку архивных документов, посвященных 25-летию с начала дипломатических отношений Москвы и Еревана. К этой же дате приурочен и визит Сержа Саргсяна в Россию. Он запланирован на ближайшее будущее, но точная дата еще неизвестна.